Всем-всем привет от CatWhisker98. Сегодня я брожу по магазину, по античному. Смотрите, что я нашла. Вот такой вот интересный резной диван. Ему, наверное, 100 лет в обед, если не больше. И он стоит 5600. Вот такая, смотри, какая резка. Супер, да? Вообще. Это, я так думаю, что из дерева. А это просто вот такой вот матрас. Смотри, какая здесь вообще супер, да? Красиво. Очень даже. Я, как всегда, толпу создаю. А пыли сколько. Смотрите, как его почистить надо вообще, да? Супер интересный. Но кто его купит, я хотела бы посмотреть. Но уже старое такое все. В общем, интересно. Ну, вот я вот в таком магазине. Он такой а-ля старенький. Старенький, престаренький. Всякой античной твари по паре. Для салфеточек. Вот здесь в Америке очень многие коллекционируют эту Бетти Буб. Она им очень нравится. 4,99. Ну и все. Здесь вот всякая фигня. Всякие штучки, дрючки. Машинки. И все это покупается, вы знаете, на каждый товар есть свой покупатель. Интересно. Такая картина, смотрите. Вот в этих античных магазинах я очень много и часто находила всякие русские произведения искусств. Здесь были очень когда-то интересные, очень интересные были иконы, вы знаете, старинные, но они и 100 лет уже прилично. Даже вот такую вот штучку продают за $8. За $8. Вот. Ну и все, я просто здесь хожу, жду своей встречи с парикмахером и убиваю время. И убиваю время. Вот такой вот магазин. Такая вот здесь красота. Даже старые байки продают. Даже старые байки. Ну ладно, я пошла дальше бродить. Вам хорошего настроения и всего самого хорошего.